такой был великий Курт Левин, вот, который рассказал, Зейгарник это потом сформулировал, ей это приписывают, значит, о том, что прерванное действие, незавершенное, помнится лучше, чем завершенное. Значит, Левин что делал? Он собирал студентов в отеле, в этом, в ресторане, в кафе. Нет, он их кормил. А вот, и дальше он проводил над ними эксперимент. Он вызывал официанта, который еще не обсчитал стол, и спрашивал у него, что этот стол заказывал. И официант четко говорил, что заказывал этот стол. После этого он подзывал официанта, который только что рассчитал стол. Он произвел даже больше действий с этим. Да? Он не только все обслужил стол, но еще и рассчитал его. И спрашивал, что заказал тот стол. И он не мог вспомнить.